букву А это мариманы делают, когда говорят не Мурманск, а Мурманск. Ну, до города осталось 2 серии. То есть в 33-й серии будет остановка на привал, на ночевку. Немного проеду по городу, по окраине. Но я объяснял уже, что тупо проехать по городу без комментариев. Я думаю, есть видео, много видео в Ютубе о городе, где подробно рассказывают о достопримечательностях, об особенностях города. Так что вот так. А я прочитаю пока комментарии, которые поступили к этому времени. Добрый комментарий написал Сергей Иванкевич. Благодарит. Пишет: приятно возвратиться в Мурманск через 20 лет после того, как туда, после своего туда кратковременного визита. Я всегда летал, но душа хотел проехать по трассе хотя бы с Питера. Так что респект вам за эту поездку. Есть пожелания на будущее. Так, рация сильно бьет по ушам. Это не рация, это радар-детектор. Он, я уже который раз, наверное, повторю, в скором времени я его отключил. Вообще убрал в багажник. Второе. Можно было бы при монтировке фильма накладывать хорошую, спокойную инструментальную музыку. Ну, видео носит справочно-информационный характер. Это для тех, кто собирается поехать. Ну, я думаю, некоторые комментарии, они будут полезны. Накладывать музыку. Ну, в принципе, можно было бы при просмотре отключить аудио и включить ту музыку, которая больше всего нравится. Потому что у всех людей вкусы разные. Одним нравится спокойное, другим, наоборот, ритмичное. Я обещаю, что при размещении видео с боковой камерой о природе, о ландшафте России, там я обязательно... Там я обязательно буду накладывать музыку из фонотеки Ютуба. При проезде населенного пункта сделать бегущую строку с его названием. Ну, когда будут серьезные... Да что ж такое, а не дает говорить этот в салоне. При проезде крупных городов я обязательно буду делать, буду вставлять название города. Это будет обязательно. Я, пишет Сергей Иванкевич, дошел до 12 серии, а вы так и ни разу не побывали на заправке. У вас машина на газе и бензине. Какая марка вашего железного друга? Автомобиль на бензине. Там, где есть возможность, заправлялся только... Да что ты будешь делать? Машина на бензине. По возможности заправлялся. Да что же ты будешь делать? А ты успокоишься или нет, в конце концов? Я этому... другу в салоне автомобиля. По возможности заправлялся только 95-м, там, где было. Но там, где не было, уже приходилось
заливать второй бензин. Автомобиль Шкода Октавия. Я стараюсь заливать полный бак бензина, чтобы по время движения как можно меньше заезжать на заправочные станции и не терять время. Так, то, что вот вы не были долго в Мурманске и давно хотели проехать по этой дороге, по трассе, то должен сказать, что дорога, наверное, лет 10 тому назад стала вот в таком состоянии, в котором она сейчас. Скажу еще, что из Мурманска в Магадан я стартовал утром и остановился на ночевку в Ярославской области, город Данилов. То есть практически, особо не торопясь, ну, за день проехал это расстояние, потому что дорога хорошая, проблем, пробок как таковых нет. Да, я вам сочувствую, кто смотрит видео, вот этот радар-детектор. Так что вот лет 10 тому назад уже можно было ездить по этой трассе, даже меньше, лет, наверное, 8 уже можно ездить. Да, посмотрев видео, можете сделать вывод, что... Перехвалил я вас, ребята, ой, перехвалил. Дорога была очень плохая, шло строительство. Есть дублер этой дороги, но он примерно в таком состоянии был. Как я уже сказал, до привала, привал будет в 33-й серии. Ну и 34-я серия, я поменяю название, видео будет называться не Москва, Мурманск, а Мурманск, Магадан. Приличное скопление автомобилей, но это трудности временные. Ну, я еще более-менее комментирую из салона автомобиля, находясь на западной части России, северо-западной. Но будут дни, когда за весь день я не проронил ни слова. Это будет в основном на федеральной трассе Р-504. Там на самом деле за весь день ни слова. Вот
Ну, там, возможно, буду накладывать музыку. Но в основном будет музыкальное сопровождение видео. Это видовой фильм из бокового окна. Там на самом деле нужно будет смотреть в сопровождении, ну, на фоне. Будет музыкальный фон, потому что там комментировать нечего, потому что там нужно будет только смотреть. Но если вы хотите проехать от Питера до Мурманска на автомобиле, я бы что мог сказать? Ну, разбейте этот маршрут на 2 дня, не спеша, рассматривая окружающую природу, останавливаясь. Можно останавливаться там, где вот будут такие красивые места, красочные пейзажи, остановиться, полюбоваться, посмотреть. То есть проехать по этой трассе, не напрягаясь, можно за 2 дня получить удовольствие от поездки и полюбуетесь природой. В любое время она тут красиво, великолепно, зимой и весной. Ну вот летом, осенью дожди, правда. Дожди немного смазывают картинку. А посмотрев видео, вы увидите, что ничего страшного нет. Дорога, инфраструктура в очень хорошем состоянии. Получите удовольствие огромное. Так, сам Мервей написал: о, в этой серии должны быть красивые краеведы. А, я уже этот читал, этот комментарий. Ну, больше комментариев нет. Поэтому обращаю свое внимание на карту. С левой стороны озеро Девичья Ломбина. Даже будет, наверное, видно из окна в видеорегистраторе водную гладь. За Девичьей Ломбиной, еще дальше, левее от федеральной трассы, озеро Островское. Вот с левой стороны там
по-моему, мелькнул кусочек озера. А, вот, с левой стороны сейчас видно было более-менее. И все. Впереди у нас с правой стороны будет озеро Собчярви. Собчявр. Давно, наверное, нужно было переименовать в нормальное название. Картинка за окном особо не меняется. Чахленькие деревья, лиственницы и ели, но они... Ну, массив лесной справа и слева по ходу довольно-таки большой. Так, что там проехали? От расстояния до информационный щит. Хорошо, что эта трасса Кола, она не перегружена вот этими дорожными знаками. Но я уже говорил об этом, что есть будут участки, где на километр дороги будет приходиться несколько десятков дорожных знаков, нужных и ненужных, пихают все подряд. В этом плане Росавтодору нужно будет, наверное, наводить порядок. Знаки порой противоречат друг другу, иногда наоборот сбивают водителя своими параметрами, своим значением. Я не могу плохо отозваться о трассе Кола, потому что есть возможность у меня, ну, в памяти сравнивать, как было, как стало. И в то же время вот, констатирую факт, что трасса не перегружена дорожными указателями, знаками, информацией, зачастую просто-напросто ненужной. Но какие, на мой взгляд, тут в первую очередь нужны знаки? Ну, во-первых, километровые столбы, да, они нужны, это однозначно. Второе, это информационные знаки о наличии заправки, о наличии АЗС, мотелей, мест отдыха, стоянки, вот такие знаки, чтобы ориентироваться, сколько километров до стоянки, до кафе и так далее. Это главное. Вот по скоростному режиму нужно, наверное, тоже пересмотреть Росавтодору. Если ограничения... Ну, многие ограничения по скорости, я думаю, взяты еще десятилетней давности. Ситуация изменилась и с состоянием дорожного полотна, и с инфраструктурой. Поэтому
нужно пересмотреть дорожные знаки скоростного режима. Нужны, конечно, знаки о поворотах. Какие повороты, спуск, подъем. Это естественно. Вот на трассе Кола, что хорошо, вот участки, где нет ремонтных работ, временно знаки демонтированы и убраны. Но на большей части, особенно Р-504, А-360, но там просто вообще беспредел. Такое ощущение, что они не знают, куда девать дорожные знаки. Пихают их на трассе. Так, ну изменил немного экспозицию и не думаю, что стало лучше. Автоматического режима тренд движения по экспозиции, по настройке экспозиции нет. При съемке на боковую камеру, ну это начнется, я сплошняком стал снимать на трассе, начиная от Ерофея Павловича, от стоянки Ерофея Павловича. Ну до этого тоже снимал или на заднюю камеру, или на боковую. Но сплошняком пошла запись, это вот начиная с трассы А-360 до Магадана и обратно. Этот участок так, с правой стороны озера Собчьявр. Снимал на боковую камеру первое время в очень высоком качестве, со скоростью 40 мегабит в секунду. Это очень высокое качество. Но там возникли проблемы. При такой настройке 40 мегабит в секунду видеорегистратор быстро грелся, нагревался. Там, по-моему, при 60 градусах он уходит в аварию, и он отключался. Поэтому я сделал настройку с меньшей скоростью, 25 или 30 мегабит в секунду. По сути, это никак на качество не повлияло. Разница в качестве 40 мегабит и 30 мегабит могут определить только профессионалы при просмотре на огромных экранах. А на бытовую аппаратуру, вот простым людям, это такое качество видео ни к чему. Но с правой стороны, я смотрю, это ОАО «Кольская ГМК». Не знаю, что такое ГМК. Кстати, вспомнил, найдите в Ютубе «Кольская сверхглубокая». Посмотрите это видео. Ну, я думаю, будет интересно. Так, сейчас будет развязка, вернее, правый поворот к Мончегорску. Зарядка вроде бы нормальная. Ну вот, информационный знак, указатель показывает, что правый
поворот, это на Мончегорск. Вот трубы котельных. Не знаю, это котельная или тепловая электростанция. Ну вот правый поворот на Мончегорск. Проезжая неоднократно вот это место между Мончегорском и Оленегорском, у меня почему-то возникало ощущение, что я еду в Забайкалье. В Забайкалье примерно от Читы до Улан-Удэ. Вот, не знаю, у меня вот было такое... Вернее, от Читы до этого, как же назвать-то, до Чернышевска. Вот участок от Читы до Чернышевского здорово мне напоминает вот участок мимо Мончегорска, Оленегорска. Я как-то заезжал в Мончегорск, вот на трассе негде было остановиться, не было места для стоянки, для отдыха, но ночью уже темно было. Заехал в Мончегорск в надежде найти место для ночевки. Но сколько мог проехать по городу, проехал, места такого не нашел. Ну и решил снова на трассу выехать, на трассе заночевать где-нибудь на обочине, подобрать место. И вдруг по дороге, уже покидая Мончегорск, вижу с левой стороны большая площадка. Заезжаю, остановился. Вот утром как глянул, это стоянка для местного ГИБДД, там вот, это или автошкола там была, или отделение ГИБДД. Вот, стояло несколько служебных автомобилей. Но никто меня ночью не побеспокоил, никто не потревожил. Так что ночевка у меня прошла в Мончегорске на стоянке, вот, на спецстоянке. Но сейчас, я говорю, вот, смотрю, ситуация резко изменилась. Достаточно много мест на трассе для того, чтобы... Так, вот еще один поворот, по-моему, да. Поворот на Мончегорск, то есть два заезда. Первый проехали, вот поворот второй. Ну, вот и Стелла стоит. Остановиться на ночевку. Стремно показалось на заправке. А, это... Поехал в город. Он повторяет то, что я говорил только что. Еще не нашел. Смотрю, какая-то площадка, заехал. Встал до утра, утром отвлекался. Площадка не ГИБДД. Ну, это я повторился. Вот был такой курьезный случай, да. С правой стороны озера. Сегодня цель доехать до Мурманска, выбрать место для ночевки. С правой стороны Ломболка озера. С левой стороны. Вот водная поверхность, это Монозеро, Мончи озеро. Огромное озеро называется Мончи озеро. Так, с правой стороны железная дорога от Мончегорска до
Гамончик. До... На спинке хорошо, наверное. До Мурманска. Перекаты. Ну и хищник там, наверное. Тут же наблюдаю аэропорт. Взлетно-посадочную полосу. Но это недалеко от Мончегорска. Знаю, сколько там километров. Но недалеко. Ну вот приближаюсь к... Приближаюсь к границе городского... К административной границе городского округа Оленегорск. Ну вот с правой стороны мелькнуло озеро Кутыр. Сейчас уже я не помню, когда выезжал из Мурманска в Магадан. Да, есть на ней. Какая была погода. Раньше у меня была попытка, желание снимать видео на регистратор, а аудиодорожку писать на диктофон. Потому что то, что сейчас он болтает в салоне автомобиля, ну, трудно разобрать даже мне. И вот было такое желание диктофон с внешним микрофоном. Но опять-таки возникла проблема, я не смог найти диктофон, который мог бы одновременно заряжаться и вести аудиозапись. Есть такие, но я не нашел. Были, вернее, но они дорого стоили, поэтому я отказался. Но была такая вот идея, диктофон в кармане, микрофон на лацкане и писать аудиодорожку отдельно. Потому что, например, на видеорегистраторе Сильверстон, там совсем плохо пишет звук. Но как-то не сложилось. Было много задумок интересных, но это или требовало серьезных финансовых затрат. В основном это финансовые затраты для того, чтобы купить, приобрести высококачественную аппаратуру. Ну и потом надо автомобиль, наверное, специально оборудовать для съемки фильма при поездке на дальние расстояния. Достаточно много источников потребления электроэнергии, то есть от прикуривателя нужен разветвитель. Нужен разветвитель, ну, как минимум на 4, а то и 5 потребителей.
имеется в виду и дирегистраторы, и радиостанции, и так далее. Там много что нужно подключать. Дорога, обратите внимание, как стрела ровная, имеется в виду без поворотов, без изгибов, зигзагов, ровная. Это даже песня есть, дорога три загиба на версту. Но здесь до самого горизонта ровная дорога, без поворотов, без изгибов. Так, слева по ходу будет карьер 15-летия октября, с правой стороны карьер имени профессора Баумана. Также с правой стороны за карьером озера верхние старые. Он же плачет, оказывается, планшеты. Его поправил спящий режим. Верхние старые и нижние старые озера. Там же находится плоское озеро. Ну вот, пересекли административную границу, и сейчас находимся городской округ Оленегорск. Это территория Оленегорска. Еще раз повторю, что я не заезжал в города по той причине, что осень, а путь предстоял не близкий, и я опасался попасть, ну вот, в снежный плен на Урале, в Сибири, на севере. Старался это все, эти места проехать до того, как начнутся дорожные проблемы. Резина летняя. Вот сейчас остановлюсь, опять не помню зачем. Вот, может быть, кофе сделать или чай. Вот несколько минут. По-моему, я вспомнил, наверное, будет попытка найти место для ночевки в городе или на подъезде к городу. Но по городу я проехал очень мало, по окраине так слегка задел город.
очень мерзопакостный звук от этого радар-детектора. Я сочувствую вам. Я говорю, ну, во время движения это не обращаешь внимания, не слышишь его. Только когда срабатывает на радар, тогда... А так вот разную фигню по дороге, вот, вот что-то он сейчас мигает, это пикает, и никого поблизости нет. Столбы. Ну, в общем, нужно, если будете приобретать радар-детектор, то надо очень критично подходить к выбору, очень внимательно читать его характеристики. Вот если бы на этом радар-детекторе был бы компас, который показывал, откуда идет излучение, ну это еще было бы более-менее. А так тупо проезжаешь, звучит, откуда излучение, ты проехал это место, или он впереди, или справа, или слева. Вот, он такой информации не дает. Но я говорю, я видел радар-детекторы, которые имели встроенный компас, и довольно-таки интересно было получать от него информацию. То есть там стрелка показывала направление, откуда исходило излучение. Ну и тогда начинаешь присматриваться, что там вышка связи или еще какой-то объект. А этот радар-детектор, как он называется-то, Белтроникс, он реагирует на все виды излучения. Открывается дверь в магазине, на нее реагирует. Там подъезжаешь на заправку, там тоже двери автоматические. То есть он реагирует практически на все излучения. Есть настройка город и трасса. Но в городском режиме он отключает излучение, вернее, загрубляет настройку, и не все излучения на все излучения реагируют. Да, запустил момент, я не ответил полностью Сергею Иванкевичу. Значит, автомобиль бензин, газ, да, у меня на бензине, но должен сказать, что очень сильное развитие, большое развитие получила сеть газовых заправок на трассах России. Очень часто, очень много заправок для газа. Ну, конечно, они не в таком количестве, как бензиновые заправки. Вот. Бензиновых гораздо больше, но на многих брендовых заправках можно и бензином заправить автомобиль, и газом. Интенсивность движения немного выросла.
планшет. Типа того, что хозяин забыл про меня, а я не мог понять, кто пищит. Думал, смартфон. Но в смартфоне заряд еще есть. Сейчас передали по телевизору на Урале 20-градусные морозы. Вчера мне прислали ссылку на клип в Ютубе. Можете забить название «Москва-Магадан», «Бумер». Хороший клип, красиво сделан. Видео ускорено там полтора, наверное, может быть, в два раза. Трасса Магадан, трасса Колыма в зимний период. Красиво, красивый клип, хорошая музыка, но если будете этот клип смотреть, то обратите внимание, там есть фрагменты, значит, резкие повороты на серпантине, с одной стороны горы, но там еще более-менее есть какая-то возможность принять вправо, там, не знаю. А с левой стороны от дороги на видео не очень заметно, там жуткие обрывы в несколько сотен метров. Да, клип красивый, в зимний период снят, в снегу, все это. Но это красиво смотреть, романтично, сидя на диване в теплой квартире. На самом деле там крайне невероятно жесткий во всех отношениях. И как бы в противовес всему этому, это душевность людей, душевная теплота, доброта. Но на эту тему я буду говорить более подробно уже, когда будет движение по трассе Р-504, А-360. Там уже постараюсь, насколько это будет возможно, вспомнить. Сейчас могу только сказать, только скажу, что трасса Колыма была построена в 1929 году, начато строительство. Поселок городского типа Усть-Нера в 1937 году. Ну, представляете, наверное, да, временной период, диапазон. Какие были годы и что там было на самом деле по факту. Это что-то страшное. Несколько раз пытался заехать к памятнику. Памятникам строителей трассы Колыма, но не получилось, потому что навигационная система МАПМИ вела по старой трассе, по старой дороге,
но по ней невозможно было проехать, потому что переправы через ручьи, через реки полностью порушены, и ей уже давно никто не пользуется. Но из-за того, что карта не соответствовала действительности, к сожалению, я это не смог подъехать к этим памятникам. Я по дороге спрашивал у сотрудников ГИБДД, как проехать вот к этим местам. Жуткие места, конечно. Вот. И никто мне не смог объяснить, сказать, где это находится, как туда проехать. Плечами пожимали. Ну а навигационная система... 92, регистраторе 88. Это не показало. На навигаторе 89. Это я сравниваю показания скорости на спидометре автомобиля, сравниваю и скорости, которая отражается на видеорегистраторе. Так, подъезжаем к развязке на город Оленегорск. Ну вот я по карте смотрю, два кольца впереди. Ну, первое кольцо – это Оленегорск, проехать туда, к городу, я не заезжал. И второе кольцо – это развязка с дорогой 47К-042. Куда ведет эта дорога, я не знаю. По карте смотрю. Ну, грунтовая дорога. Вот вижу, по ней можно будет проехать в поселок Высокий. Там есть аэропорт, кстати. Вижу взлетно-посадочную полосу. Ну вот, первое кольцо, принимаю вправо. И второе кольцо. Это эстакада через железную дорогу. Ну вот второе кольцо, и дорога открыта Мурманску. С левой стороны за лесным массивом, значит, сам город Оленегорск. Я уже говорил, по-моему, что... Проезжал Оленегорск на поезде, выходил на станции. Так, с правой стороны Пермус озеро. Очень большое по площади. В несколько раз больше Оленегорска.
Но еще немного, несколько минут, и закончится 31-я серия. 31-я серия Москва-Мурманск. Федеральная трасса Р-21 Кола. С левой стороны за лесным массивом в данный момент город Оленегорск. С правой стороны временами будет мелькать водная поверхность. Это Пермоз озеро. Это для ориентации на всякий случай. Ну а точное местоположение автомобиля вы можете забить в карте Яндекс.Карты. Координаты на видео отражаются. Должно мелькнуть опять это озеро, Пермоз озеро. С правой стороны по ходу. Да, этот радар-детектор кого угодно с ума сведет. Ну вот это озеро, как видите, до горизонта вода, то есть противоположного берега не видно. Местность в данном месте справа по ходу движения заболочена, то есть с трассы, ну не знаю, машины стоят. Наверное, есть возможность подойти. Но на карте показывает, что на данном участке берег заболочен, и пройти или проехать к нему, я думаю, невозможно. Во время движения я периодически отключал радар-детектор, потому что он, наверное, уже начинал на нервы действовать, но потом снова включал. Но это недолго, я думаю, несколько дней, и я его вообще потом убрал с панели, потому что от него пользы практически никакой. То есть провожу мониторинг мобильной связи. Связь очень неустойчивая. Но в любом случае должен быть объективным. Из всех операторов самое лучшее – это Мегафон.